Привет, дорогой Федя. Узнали от волонтеров Победы, что при атаке террористов ты получил ранение, но при этом спас двух девочек. Несмотря на свой юный возраст, ты являешься настоящим героем. Хотим пожелать тебе скорейшего выздоровления. Сказать твоим родителям большое спасибо. Оставайся таким же смелым. А мы тебя прикроем здесь на передовой, Федя. Когда вернемся, пожмем тебе руку. Победа будет за нами. Слава России!